где? За звуки какие-то, не знаю, сейчас пойдем посмотрим. Ты что, здороваешься с писателем? Скажи, молодец, что ты Гринча придумал. Да? Пойдем к Гринчу подойдем, с ним поздороваемся, Варь. Или ты боишься к нему подойти? Так он же добрый. Ну что, берутся ножницы? Нет. Нет? Степка, попробуй взять ножницы. Нет, не получается? Нет. Не, они железные. А страничку попробуй из книжки. Может быть, страничку получится взять? Нет? Никак. И карандашики не берутся. Ничего. А вот его собака, из которой он оленя сделал. Помнишь, шапку ей оленю надел? Великолепный мир доктора Суса, писателя, который придумал Гринча. Знаешь, как зовут этого слона? Хортон. Вот она книжка про него. Еще нажимайте на разные. А на другую? Еще, Степаш. Варя, ты на какую-нибудь? Это на Степку надо надеть. Мне? Да. Варя, ну прежде чем что-то готовить, нужно помыть руки. Вон, Степа уже овощей набрал. Молодец, Степка. Ты сейчас будешь в духовку это все класть, да? Молодец, Степашечка. Thank you.
Ты хочешь посидеть на гусенице с головой льва? Пойдем лучше посмотрим на ее голову. Вот. А здесь это лев. Ничего себе. Лев с одной стороны, а с другой стороны гусеница. Варь, ты еще какую-то рыбу делаешь? Давай. Yes. Надо было на yes. Поплыла? Давай ее здесь поищу. Вот она плывет. Носатая рыба. Белую? Да, да. Да, беленькая плавает. Варя, смотри, как кто-то кошечек высоко повесил. Как они оттуда слезут? Не знаю. Варя, вон cat in the hat. Вот он, cat in the hat. Ого, крутится, смотри, как здорово. Мне у него нравится очень зонтик, Варь. Тебе нравится у него зонтик? Смотри, у него лодочка еще крутится. И книжки крутятся, здорово. Ой, это какой-то верблюд, слишком горбатый. Только смотрите, они разных размеров, могут упасть. Вон как у Степки падает. Степа, большую надо под низ ставить, а маленькую... Варя, это большая, тебе нужно большую вниз поставить, тогда они будут стоять. Чем больше, тем ниже она должна быть, а маленькие наверху. Тогда будет большая башня. Это ты опять на маленькую ставишь, а тебе нужно на большую. Степа что-то свое соорудил. А вот такую башню высокую сможете построить? Вот такую высокую башню. Сможешь, Варя? Ой. Нет, Варечка, если большую наверх поставишь, они упадут. Большую надо внизу ставить. Поехали!